И снова здравствуйте! Наконец-то пришла очередь сделать видео о тех растениях, которые находятся у меня в аквариуме. Не скажу, что у меня их огромнейшее количество, но кое-что, конечно же, есть. На точное и правильное название растений я не претендую, а даже наоборот, если знаете, как они называются, то напишите об этом в комментариях под видео. Также мне будет очень интересно узнать, сколько и какие виды растений растут в вашем аквариуме. И не забудьте указать, кроме списка растений, еще и литраж аквариума. А сейчас небольшая рекомендация для тех, кто нуждается в услугах дизайнера, который может разработать для вас любой дизайн, который потребуется, будь то дизайн визиток, логотипов, сайтов и прочих подобных изделий. Еще его услугами можно воспользоваться тем, кто уже давно мечтает изготовить чашку, футболку, толстовку и так далее собственным оригинальным рисунком. Зовут этого дизайнера Сергей. И это тот человек, с которым дружу уже много лет, поэтому с уверенностью его рекомендую. В описании под видео оставлю ссылки на его работы, а также его контактные данные. Я сам постоянно обращаюсь к Сергею и всегда остаюсь довольным. А сейчас приступаем к списку растительности в моем аквариуме. Первое растение, которое растет в углу, это лобелия пурпурная. Тут же рядом есть гигрофила многосемянная. И чуть ниже гигрофила эволистная, которая также есть на заднем плане. На переднем плане не спеша начинает заполнять полянку эхинодора снежный и криптокарина парва. Также еще на переднем плане растет мох Крисмас. А возле мха Крисмас еще присоседилась кладофора. На среднем плане видна криптокарина вента, людвигия рубин, людвигия ползучая, перистолистник Рарайма, людвигия зеленая. Еще мы видим астролистную гетеронтеру, обычный таиландский папоротник, элодею, аманию мультифлору и ричию амана. А теперь наблюдаем роталу индику, бакопу манье и какой-то еще из видов амании. У задней стенки аквариума есть сетка, на которой сейчас разрастается яванский мох. Кстати, мох Крисмас у передней стенки прирощен к вулканической лаве. Это так, чтобы убрать возможные вопросы. На этом список растений в этом аквариуме заканчивается. Но есть еще другие аквариумы, и в них растет роголистник, криптокарина Роза Мейден, Анубиас Петит и Азалия. А еще в одном аквариуме есть лобелия кардиналис, пару видов анубиасов, но точное название не скажу. Если знаете, то обязательно напишите. И еще в абикусах растет Илиохарис. Пожалуй, и весь список растений, которые растут в моих аквариумах. Вы успели их посчитать? Давайте сравним результаты. Также буду благодарен всем тем, кто напишет правильное название растений. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. До новых встреч в новых видео. Пока-пока.